Вона граційна, вишукана і тендітна дівчина. Сьогодні в нашій студії Майя Стюпан, тренерка з полспорту та стрейчингу. Рада вас бачити, Майя. І я знаю, що ви не лише займаєтесь просто для себе, ви ще і тренерка, і учасниця різних змагань. От з приводу цього хочеться дізнатися, чому так вас захопило, що захотілося займатися цим видом спорту і займатися професійно? Ну, если говорить об участии в соревнованиях, то я, в принципе, азартный человек. А что касается такого вида спорта, изначально, когда я начинала этим заниматься, мне хотелось просто развить себе какую-то пластичность, найти вид спорта, который будет максимально женственным, чтобы это нравилось и мне, чтобы на это было приятно смотреть. А потом выяснилось, что этот вид спорта, он задействует очень много различных, скажем так, сфер жизни. Он влияет на собранность, он делает человека более скоординированным и в целом объединяет в себе очень много различных сторон спорта. То есть это и силовой тренинг, это и функциональный тренинг. Здесь и растяжка очень хорошо развивается. То есть это комплексное развитие организма полноценное. И для здоровья это очень хорошо. Взагалі полденс – це дуже такі, по-перше, силові навантаження на увесь організм. Да. Ти повинен підняти себе. Да, в основном наверх, конечно, хотя и ноги работают тоже. Ну, я не знаю, я спробувала в своєму житті, і я дивувалася, як взагалі воно не може не вислизнути, тому що ти його тримаєш, пілон цей тримаєш руками, захоплюєшся там ногами, піднімаєшся, починаєш там якось робити якісь вправи, наприклад, так, а ти розумієш, що ну, себе витримати і, наприклад, тримати це годину, дві, ну, це просто надзвичайно важко, надзвичайно складно. А дівчата, вони пластичні, дуже гнучкі, і окрім того, що вони сильні, вони ще і можуть зробити дуже гарні вправи на, взагалі на пілоні. Тобто тут можна сказати, що дівчата досить таки силу мають, не маленьку. Да, сила розвивається дійсно дуже стремительно. Діло в тому, що це все відбувається в такому полушуточному, ігровому, можна сказати, процесі. Тому що, коли ти приходиш, скажімо, в тренажерний зал, у тебе є якісь групи мишць, які ти хочеш розвити, і ти працюєш над ними конкретно. Коли ти робиш трюки на пілоні, мышцы развиваются, я бы сказала, более стихийно. И здесь вместо подходов каких-то целенаправленных с определенным количеством повторений, ты просто пытаешься что-то сделать, и в ходе этого у тебя развиваются мышцы. И ты сам не замечаешь, как спустя какое-то время ты уже можешь себя спокойно держать на руках, ты можешь спокойно сидеть на шпагате. То есть какие-то моменты действительно происходят неосознанно, и потом ты удивляешься собственным результатом. Угу. И это очень даже хорошо. С приводу змагань таких серйозних, коли людина виходить на рівень на якийсь, так, то потрібно виконувати якісь правила. Ну, треба да. там дієту тримати, і дієта повинна бути постійно, якийсь час людина повинна від чогось відмовитись. Ну, я не знаю, вам хотілося відмовлятися від улюблених продуктів, наприклад? Чи це просто на деякий час, і ви себе так замотивували? Чи як взагалі це все відбувається? Ну, скажем так, для соревнований по полспорту не нужно исключать какие-то конкретные продукты из меню. В целом нужно просто поддерживать себя в таком весе, чтобы было комфортно и легко себя поднимать, потому что каждый лишний килограмм на пилоне очень чувствуется. Если тебе нужно на руках себя постоянно таскать, то этот вес ты чувствуешь очень хорошо. Ну, а в девчатка, целом... скільки? 50 кілограмів? 60? Нет, яка вага переважно? Нет каких-то конкретно заданих там стандартов или еще что-то. Все же зависит еще от роста спортсмена. Зависит от того, насколько эстетически девушка хочет там выглядеть накачанной или нет. Естественно, если ты будешь много весить и постоянно свой вес на руках поднимать, то, соответственно, мышцы будут расти, увеличиваться в объеме, потому что при потреблении большего количества калорий, чем мы тратим, мы, естественно, увеличиваемся в размерах. Девушки, которые хотят оставаться худенькими и стройненькими и боятся раскачать верх очень сильно, они сидят на диете, чтобы, поднимая свой вес, не добавлять мышечной массы. Завжди верх спочатку, а потом низ? В основном, да. Ну, как спортивная акробатика, гимнастика. Вот больше, конечно, гимнастки да, и балерины, у них фигура треугольник, потому что все-таки верх работает хорошо. Но и низ тоже задействуется, тем более, что во время упражнений, вот если мы говорим не о профессиональном спорте, а когда приходят люди там ко мне на тренировку просто для себя, я всегда даю выпады, я всегда даю приседания, чтобы задействовать
записывать гармонично и низ и верх, и развивать все. Чтобы гарно девчина выглядала, да, потому что в первую очередь приходят за хорошим настроением, за красивой фигурой. Все хотят выглядеть пластично, сексуально, уметь двигаться, раскрепощаться. То есть есть много эмоциональных аспектов, за которыми в первую очередь девушки приходят на тренировки. Ну, взагалі стало модно, і якийсь час, ми пам'ятаємо, був такий розквіт дуже сильний, тут у нас були і змагання, і активно люди споглядали, дивилися на усі ці трюки, так, на все. Потім якийсь був проміжок часу, коли затихло. От такий затишок був, а потім вже знову почав розвиватися полденс, ну і стретчинг, звичайно ж, так само, бо це розтягнення м'язів. З приводу полденсу зараз, що відбувається в Україні, в Дніпропетровській області, чи є змагання якісь, і як вам доводиться брати в них участь, чи ні, чи відмовляєтесь, як взагалі? Ну, в любому спорті є тільки одна проблема – це фінансування. Пілон, в принципі, як і, наверное, любой другой вид спорта, ніким не фінансується зі сторони. Более того, він навіть не признан офіційним видом спорту. Подавали заявку в Олімпійський комітет, і вона розглядається безконечно. Поэтому соревнования устраиваются просто за деньги любителей. У нас є несколько федерацій, одна считается официальной. И вот, к сожалению, те соревнования, которые устраивала наша официальная федерация, самые масштабные, крупные, сейчас они не проходят в таком объеме, как они проходили раньше. Поэтому, возможно, и было вот этот период затишья. Но по всему миру они проходят, и очень много спортсменов соревнуются. То есть в целом полспорт и полденс развиваются. В світі развиваются, звичайно. Же, мне хочется, кажется... чтобы, знаете, были какие-то результаты у нас, там, в нашей области, чтобы мы могли пишатися нашими спортсменами. А у нас сильные спортсмены. Взять, например, Наталью Татаринцеву, которая из Днепропетровска, она чемпионка мира. У нас, в принципе, в Украине, я считаю, очень сильные спортсмены, и не только касается этого спорта. Але ж вони сами по собі, вони можуть поїхати як спортсмени окремо, так, одинаки, і брати участь у тих змаганнях, які їм пропонує світ. Але ж федерація може підтримати такого спортсмена і відправити його на ті ж самі змагання. Ось цим у нас трошки не склалося на сьогоднішній день. Ну, в основному спортсмени їздять за свої гроші, за свій счет. Не тому, що федерація не хоче, просто тому, що немає такої можливості підтримати кожного спортсмена. Ну, в целом, у нас есть и дети очень талантливые, Эмили Москаленко, очень известная на весь мир. Поэтому я считаю, что у нас все хорошо развивается. Единственное, что карантин, возможно, немножечко притормозил вот эти вот все соревновательные планы. Обычно весной очень много приглашают куда выступать. Но сейчас, я думаю, все начнут просыпаться, и уже скоро будут снова чемпионаты. Треба, треба идти вперед. Да. А чи вы готуетесь, Майя, зараз до змагань? Ну, я подумываю, мне, конечно, хотелось бы снова вернуться на сцену, я давно не выступала по полспорт, поэтому думаю, что если будет интересный какой-нибудь вариант, то я выступлю. Ну, окрім полспорту, ви ще і брали участь у змаганнях з бодібілдингу, так? Да. Жіночого. Розкажіть трошечки, там є у вас якісь там перспективи в цьому плані, чи ви хотіли би далі продовжувати? Ну, собственно, поэтому я 2 года не выступала на пилоне, потому что мне стал интересен не то, чтобы... Вот так вы себя можете и тут проявить, и там спробовать, и тут. Ну, это дуже добре, ну, я пытаюсь, что людина может развиваться. Везде так. Все узнать, посмотреть. Ну, действительно, это жизнь, это интересно, хочется все узнать. Пилон я бросать, естественно, не собираюсь, но фитнес-бикини меня заинтересовало тоже очень сильно, потому что изначально я смотрела на свои видео, где я танцую на пилоне, и думала, что вот мне бы пропорции чуть-чуть подправить. Я бы так на пилоне красиво смотрелась. И я пошла в тренажерный зал, значит, за этими пропорциями. И там, поскольку я азартный человек, опять-таки, мне предложили попробовать выступить, и я эту идею очень хорошо восприняла, и мне захотелось выйти на сцену. Я вообще люблю сцену. Довелось чимось пожертвувати? Чи? Да. Ну, конечно, пришлось изменить питание. Мои тренировки на пилоне пришлось немножечко перевести в лайт-режим. Менше їсти ж довелось? Конечно, да, пришлось все считать. А що таке сушка? От кажуть, от сушка, що це таке? Людина висушує своє тіло, так? Що вона робить з собою? Ну, если в целом о диете говорить, то это просто очень низкоуглеводное питание, как правило. А сушка называется сушкой, потому что за, допустим, неделю, за какое-то время до выхода на сцену человек начинает из своего организма выводить воду для того, чтобы максимально сухим выйти на сцену и было хорошо видно все мышцы. А мы 2,5 литра выпиваем воды каждого дня. Все диетологи из всех боков кричать просто, треба пити, пити. А тут людина от за тиждень просто выливает себе всю воду. Ну, в основном,
не то чтобы целую неделю выливает из себя воду, наоборот, сначала пьет человек много воды, для того, чтобы организм привыкал к тому, что ее нужно хорошо выводить из тела, потому что если пить мало воды, то организм начнет ее накапливать. А когда организм привык, что у него вода постоянно есть в достатке, он от нее легко избавляется, и в какой-то момент спортсмен эту воду перекрывает, организм воды не получает, и тут же он сразу висихає. Ага, і проступаючи сім'язи, да. Дуже гарно можна себе показати, так? Але ж не надовго, так? Ну, довго так себе в виді держати себе не нужно, потому что это очень опасно и судороги, и для здоровья это вредно. Это чисто так выйти на сцену, показать себя, какой ты есть, а потом ушел со сцены, иди пей водичку. Тому угу. що не можна так, так довго. Май. Ну, а так дивишся на них і думаєш, що вони все життя такі гарні. І багато людей починають повторювати. Ні, ну вони, звісно, гарні, але не такі от прямо висушені, як на сцені. Звісно, всю життя так ніхто не виглядить. Угу. Вам довелося відчути на собі те, що ви сказали? І судоми, і там якісь судороги стани були. Не такі, не дуже... Розкажіть трошки про це детальніше. Можливо, ми зараз когось таки і від цього спорту трошки відвернемо увагу, бо може людина готова може бути так до усіх знущань, а інша людина просто розуміє, що вона не потягне. Ну, чтобы понимать, готов ты или нет, нужно обязательно сдать все анализы, убедиться в том, что состояние здоровья позволяет на определенную диету сесть и готовиться. И если человек считает, что он хочет это попробовать, и ему позволяет здоровье, то почему бы и нет? На самом деле, опять же, есть люди, которые каждый сезон выступают, у них организм уже входит в определенный режим, привыкает к этому. Угу. Есть человек, который просто хочет попробовать один раз. Я тоже думаю, что ничего страшного не произойдет, если он один раз вот будет следовать тем инструкциям, выйдет красивый на сцену для себя. Опять же, смотря какие цели преследовать. Кто-то этим зарабатывает на жизнь, кому-то это просто интересно попробовать. Ну, вам так, я розумію, було просто цікаво. Да. Один раз спробувати, і далі будете продовжувати? Ну, вже... опять же, буду смотреть, потому что зарікатися или что-то однозначно утверждать в нынешнем мире – это очень тяжело. Це дуже гарно. Це коли ти виходиш і показуєш, як ти виглядаєш, що ти можеш, які результати вам вдалося тоді досягти. Ну, во-первых, мне удалось подправить те пропорции, за которыми я пришла изначально. У меня преобладал верх над низом конкретно. Я сейчас продолжаю работать над собой. Я по-прежнему хожу в тренажерный зал. Мне это нравится, я втянулась. Более того, благодаря этому моему новому хобби я встретила человека, с которым сейчас живу и которого люблю. Поэтому жизнь, но все она... не дарма. Да, тут склалося все, как интересно. Треба. И все компоненты, которые в ней присутствуют, как-то друг с другом взаимодействуют. Поэтому... Ми являємося тим, що ми робимо і з ким ми спілкуємося. Чим більше людина може спробувати, чим більше різних варіантів у неї є в житті, тим краще для неї. Бо вона зможе обрати той вигідний для неї, той потрібний для неї, той, з яким вона зможе себе комфортно почувати. І цей варіант потім, ось так, як у вас, можливо, в житті вийде на такий дуже непоганий рівень. І ви зможете пишатися тим, що ви займалися цим видом спорту, ще й налагодили своє життя. Ну, тобто, насправді, одні плюси, супер, да? Так, вийшло так. З приводу тих змагань, ось, за якими приходять діти. Ну, от маленькі дівчатка, там, чи, я не знаю, чи хлопці взагалі беруть участь, да. Беруть також, так? То тут, мабуть, теж треба розуміти батькам в першу чергу, що такий вид спорту, він травматичний. І до цього теж треба підходити з розумом, треба довіряти своєму тренерові. І поставити так тренування, щоб було усім комфортно. Да, так, на чому треба зосередитись дітям, батькам і тренерам, які беруться за таку от вікову категорію? Ну, досить таки ще незріло. Ну, до 18 років. Ну, візьмемо маленьких дітей, так, з якого року вони починають навчання. Ну, і там візьмемо середню, наприклад, категорію. Ну, на полспорт відправляють дітей, наверное, літ з 5, а то із 4 я видела. Это, в принципе, то же самое, как спортивная акробатика, художественная гимнастика. Чем раньше ребенок начнет, тем, естественно, у него больше шансов достичь каких-то серьезных результатов, если говорить о профессиональном спорте. Ну и, конечно, когда работаешь с ребенком, нужно очень уделять внимание симметричной, гармоничной, скажем так, проработке мышц, потому что ребенок, у которого получается лучше на левую сторону, чем на правую, он будет делать все время на левую. Это не взрослый, которому легко объяснить, что тебе нужно
делать на обе стороны. Ребенок будет делать так, как ему проще. И поскольку еще развивается тело, еще скелет не окрепший, то он может получить сколиоз, какие-то так. другие искривления позвоночника. То есть нужно следить за тем, чтобы ровно держал осанку ребенок, чтобы на тренировке он делал то, что ему под силу. Я очень часто встречала такие проблемы. Это даже обсуждается у нас в нашем полденс комьюнити довольно-таки часто, что дети, конечно, их легче растянуть. Они, в принципе, податливее вот в плане растяжки, у них эластичнее мышцы. И очень часто тренера их сразу начинают закручивать в какие-то очень сложные трюки, при этом не дав какой-то базы. А база очень важна. Она может показаться слишком простой или ненужной, но есть элементы, которые нужно выполнять, только имея какую-то основу. Вот очень важно, чтобы ребенок всю эту основу получил и только потом выполнял что-то сложное. Ну, такі дуже корисні поради від вас прозвучали. Майя, я вам дуже дякую. Насправді, дякую, що прийшли, і дякую за такий ваш підхід серйозний до цієї справи, і як ви ставитесь до дітей, до їхніх занять, до їхнього навчання, ну і до свого, звичайно, що пробуйте все, що вам під силу, а виходить, що під силу вам багато чого. Тому спасибо. Бажаю вам успіху, ну а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.